И о том, как проходит голосование в Караганде, расскажет Марина Золотарева. В регионе почти 800 избирательных участков. Наша съемочная группа находится на одном из самых крупных. Марина, добрый день. Вам слово. Здравствуйте. Да, Алмаз, вы правы. На участке номер 17 зарегистрировано более 2000 человек. Избиратели активны. На данный момент проголосовали свыше 40%. 15 избирателей этого участка сегодня голосуют впервые. Аида Абикенова – одна из новичков. Девушка немного волнуется, так как первый раз участвует в политической жизни страны. Абикеновы пришли на выборы всей семьей. Я сегодня впервые участвую в выборах, впервые голосую. Для меня, конечно, важно, что мой голос будет учтен. И я считаю, что каждый голос важен. Я осознаю, что мой сегодняшний выбор – это выбор за будущее нашей страны. Сегодня я и моя семья пришли все вместе, чтобы исполнить свой гражданский долг. Более 20 избирателей этого участка по уважительной причине не смогут прийти на выборы. Среди членов комиссии определены ответственные, которые отправились по домам. Здесь действует информационно-справочная служба. Если избиратель не обнаружил себя в списках, у него есть возможность оперативно связаться с Центром обслуживания населения и получить необходимую информацию. Я напоминаю, в Карагандинской области на один депутатский мандат в среднем претендуют 3 кандидата. Всего в регионе 840 тысяч избирателей. У меня вся информация к этому часу. Алмаз. Спасибо, коллега. Я напомню, это была моя коллега с Караганды Марина Золотарева.